А ты что? Что будешь делать, очкарик? Должен быть другой способ. Опаздываешь. Меня зовут Саотомо Сузу. Мамоэ Тенно. Ты ключ. Я все ставлю на тебя. Простите, в отделе по общим вопросам работает мой старший брат Фудзивара Кеничи. Я принес ему сменную одежду. О, спасибо. Не жаль племянника Фудзивара-сенсея. Ты хочешь пробраться в агентство Мёджи? Откуда? Я умная, все знаю. А ты тот же. Курахаши Кёко, Дайренджи Сузука. Агентство следит за ними. Им не под силу изменить ситуацию. Это касается и Отомо Джина, семьи Цучимикадо и меня тоже. Простите, а где отдел исследований и рационализации? Но за тобой агентство Омёджи не следит. Потому что ты не заслуживаешь их внимания. Так что выходит, ты будто используешь могущественное заклинание невидимости. Даже прочные стены замка рухнут, если вытянуть краеугольный камень. В зависимости от ситуации, даже маленький камушек на обочине может стать оружием. Понимаешь это, камушек? То есть, Мамоэ Тенма, ты будешь моими мушкой и выстрелом. Вытяни для меня краеугольный камень агентства Омёджи. А если нет, ты никогда не найдешь себе жену. Вход вон там. Доступный. Фальшпаук? А это не изобретение мамы? Всего таких было лишь двое. Почему он здесь? Мама, можно мне этого паучка? Прости, но кое-кто тоже считает этого фальшпаучка занятным. И он за него заплатит. А? С ним я смогу за всеми подглядывать, ха-ха-ха. Так он сказал. Даже думать не хочется. Неужели? Эвакуация! Эвакуация! Аше Доман? Почему? Мне нужно туда попасть, но... Здесь поставлен магический барьер. Но не похоже, что это надолго. Ом Мари Шейки Сувака. Омабитая Ямариши Савака. Омабитая Ямариши Савака. А Мёджи нужно нечто большее, чем просто талант.
Другими словами, для магии Амёда нужны разные таланты. К примеру, как у твоих покойных родителей. Ом Абите Ямариси Савака. Я глупый, скучный и бесполезный, но поэтому я так далеко смог зайти. Но магия, в зависимости от ее использования, может быть и оружием. Хитрость заклинания невидимости заключается в очищении сознания. Я думал, здесь подразумевается очищение разума. Но это не так. Это значит взглянуть на себя объективно и принять таким, как есть. Я признаю, я хуже тех, кто окружает меня. Поэтому люди неосознанно смотрят на меня свысока, добры ко мне или игнорируют. В любом случае, они не зацикливают на мне свое внимание. И благодаря этому я проскользну между пальцев. Ничего себе, какая удивительная духовная сила! Такой уровень буддийской магии может посоперничать с великим мастером. Даже при всем своем высокомерии, максимум, что могу сказать, я простой заклинатель. Ясненько, ты очень способный, но если будешь и дальше использовать огненную мантру, тебе и другие заклинания известны, да? Единственное, что достойно вашего внимания, это огненная мантра. Тебе, как Амёджи, не хватает изюминки. С тем другим парнем было веселее. Похоже, ты привязался к тени. Точно, Отомо-джин был просто молодцом. А ты, по сравнению с ним, скучный. Я не могу пока дать тебе свой имейл. Ох, какая жалость. С увяданием листьев бамбука увядает и зелень. Приливы и отливы потоков порождают себе подобных, а потопление этого камня утопит и тебя. Выкуси собственного же лекарства. Призываю. У меня нет времени на жалкие игры с тобой. Не спеши так, сэмпай. Это только начало. Что это за барьер? Не позволю! Сарати, сарати, сока. Он мариши, сока. Разнообразие и утонченность его заклинаний, а своей умелой тактикой он сводит все в единое целое. Черт! Не зря он первоклассный Амёджи! Кагами. Все. Вот черт! Разруби! Приказываю! Вышло! Что? О! Это же... Что? Курахаши, печать на плаще ворона сломана. Что? Чудесная защита! И паренек нам помог!
Вступай. Спаси Харутору. Что? Чего? Чего? Прости, Кагами. Идиот, ты думаешь, ты пройдешь? В качестве извинения разорву недавнее заклинание. Думаешь, этот блеф сработает? Высвобождение заклинания. Из-за своей привычки носить темные очки в помещении страдаешь. Ублюдок! Вот же ж гад! Хороший урок я преподал, верно? Пока. Я еще не закончил. Вот увидишь, Атома! Я убью! Убью тебя! Это плащ ворона. Это был не я и не Атома. Похоже, здесь сходятся цели многих людей. Чудесно, просто чудесно. Вот что я называю рекой проклятий. Что? Ты удивительно легко нападаешь с тыла. Все потому, что ты имел дело с духами. Весьма признателен. Никуда не уйдешь. Я бы никогда не допустил такого хамства. Иллюзии нужно использовать на людях. Похоже, он не знал о моем существовании. Не сработало? Нашелся! Тот же! Харутора! Сейчас! Высвобождение заклинания «Беспорядок»! О! Давай! Неблагодарный мальчишка. Тот же! Дуратора, несколькими ударами здесь не обойдешься. Вперед! Кёка и Сузука охраняют черный вход. Похоже, кто-то создал дыру в барьере. Наверное, это ради плаща ворона. Я последую за ними, а вы? Хочу кое-что проверить. Им нет конца! Но мы не можем закрыть дверь! Что же они никак не выходят? Вот они! Вторая печать! Очищение! Простите за ожидание. Я спас схваченную принцессу. Кёка, Сузука. Дуратора. Дуратора. Ты кое-что забыл. Вы сегодня немного увлеклись, вам не кажется, ребятки? Тенма! Плащ ворона? Ну и ну, в такое-то время решил показаться. Прости, они сбежали. Ясузуми меня уделал. Он подготовился к императорским гробоносцам. Они не нужны. Следи за телом Цучимикадо Нацумэ. Есть. А
Марик, почему плащ ворона с тобой? Да и вообще, что ты здесь делаешь? Ты в одиночку действовал? Харутаро, у меня для тебя послание. От кого? От Саотоме Сузу. Она сказала, если решишь проводить ритуал Тайзан Фукун своими силами, я помогу. Буду ждать. Что? Я встречался с ней. Еще она сказала, что тебе нужен плащ ворона. Ты что, в одиночку освободил плащ ворона? Пробрался в агентство? Кёка, сейчас это не важно. Харутора, ты собираешься оживить Нацуми? Да. Ребята, послушайте. Я собираюсь вернуть Нацуми с помощью ритуала Тайзан Фукун. Своими силами. Это мое искупление перед Нацуми. Тенма, это Саотоме знала, какой я сделаю выбор? Я не уверен. Но, Харутора, ты нашего сэмпая знаешь лучше, чем я. Я был прав. Откуда мы знаем, можно ли ей верить? Я слышал от Нацуми. Однорукий людоед ей сказал, если все станет еще хуже, обратись за помощью к Саотоме Сузу. Непонятно, можно ли доверять этому людоеду? Ты права. Нацуми сама так говорила. Люди не должны связываться с магией душ. Да. Я уже опасаюсь ее причитаний. Харутора, Саотоми сказала. Не бойся плаща ворона. Но и не давай ему себя одолеть. Не зря она ученица Саотоме-сенсея, да? Она странная, но, думаю, ей можно верить. Тоджи, Кёко, Сузука, Тенма. Я пойду вперед. Прости, но не получится. Господин Харутора! Какой бы ни была ситуация, я не могу закрывать глаза на запретную магию. Как их учитель, ты должен со мной согласиться. Да, Джин? Это ты привел Ашию Доумана? Ты настолько не доверяешь главному агентству? Ты не сказал мне из уважения к моей должности, да? Думал, освободишь ученика, пусть и попадешь в список разыскиваемых, но зато все решится? Твои методы, как всегда, раздражают. Такой уж я. Харутора. Запретное заклинание — это игра, где нужно заложить часть мира. Игра? Если победишь, награда велика. Но при неудаче нанесенный ущерб заденет не только исполняющего. Пострадают и невинные люди. Даже если победишь в игре, запретная магия в итоге уничтожит твое тело, как яд. Он будет грызть Амёджи в душе, в его сердце. Ваш учитель это отлично знает, и поэтому не будет вмешиваться. Джин, я возьму на себя ответственность за детей. Что не скажет главное агентство, я их не отпущу. Тебя это устраивает? Мне не нужна помощь. Просто не вмешивайся. Слушайте меня, Цучимикада Нацуме. Мертва. Кёко! 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 Звезды. Я сейчас читаю звезды.
поняла. Я поняла. Мир, в котором мы сейчас живем, лишь один из многих. Мир, в котором мы сейчас живем, лишь один из многих. Все то, что запрещено, придумано человеком. Все то, что запрещено, придумано человеком. Харутора! Я вижу звезду Нацумы. Нацумы ждет тебя. Нацумы ждет тебя. Так что? Так что? Ступай за ней. Это чтение звезд? Как это возможно? И что значит Нацумы ждет? Да уж, у меня класс полон ходячих проблем. Джин, не смей! Прости. Черт! Иллюзия! Тенма, как Кёко! Потеряла сознание! Идите! Джин, ты подонок! Если честно, я не думал, что учитель такая трудная профессия. Ты с ума сошел? Да. Может, я совершаю ошибку. Но... это мой выбор. Замек, кигида, котом, ой, расшита.